Что, и поехали. Дан, старт дистанционного приза города Барнаула. Романтика ВС лучше всех принимает. Сергей Ганжи, наездника первой категории. Серая кобыла садится на бровку. Романтика. Тут же рядом хорошо приняла Парфия Дениса Плесикаря. Романтик Парфия, две кобылы впереди. Лошадь ходит первый левый поворот. На третьем месте второй номер партнер. Как сильно подтягивает своего наездника Шевченко Владимира. Ух ты! И допускает, тут же допускает сбой. Скакать надо вперед, задел лошади. А вроде как... 32,3. Неплохая первая четверть. Романтика... Романтика ВС впереди. На втором месте Парфия Дениса Плесикаря. Ух ты, там кто-то заехал-то. Тут, да, лошадь находится, проходит вдоль трибуны. Впереди в борьбе Парфия и Романтика ВС. На третьем месте. На третьем месте восьмой номер Вспыльчивый. 32,6. Неплохо едут. Романтика ВС впереди. На втором месте Парфия. Далее восьмой номер Вспыльчивый. Лошадь входит во второй правый поворот. Полибий начинает атаковать лошадей в правый поворот третьими колесами. Впереди по-прежнему Романтика ВС. На втором месте Парфия. 33,6. На третьем месте Вспыльчивый. Лошади выходят на противоположную прямую. Впереди уверенно пока Романтика ВС Сергей Ганжи. На втором месте Парфия Дениса Плесикаря. На третьем месте атакует их. Атакует Полибий. Полибий Игоря Свирида начинает атаковать лидирующий лошадь на противоположной прямой. Растягивается у нас заезд. Пока впереди на первом месте 32,7. Очередная четверть. Впереди пока Романтика ВС, на втором месте Парфия. Полибий немного начинает отставать. Не справился с кобылами, это жеребец на предположенной прямой. На второе место, на четвертое место подходит партнер, второй номер партнер. Допускает сбой Полибий. Партнер подошел в спину лидирующим лошадям. Вот, это будет интересно на финише. По-прежнему впереди Романтика ВС, на втором месте Парфия. Парфия допускает сбой, лошадь выходит на финишную прямую. 31,9. Бой бросается партнер. Атакует партнер. Второй номер партнер Владимир Шевченко, мастер-наездник. Атакует, выходит на первое место. Партнер Владимира Шевченко выходит на первое место. На втором месте Романтика ВС. На третьем месте, на третьем месте борьба. А на первое место партнер Владимира Шевченко выигрывает дистанционный приз города Барнаула. Классным финишным броском.